Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в Sims 4 за кокон. Так, да, народ заценил заставки на перерыве, новые теперь весенние. Так, давайте вы быстренько поспите. Да, Шерри надо поменять прическу, тигренка, вы хотите куда-то поставить светильник? Сейчас куда-нибудь поставим. Ой, сейчас все сделаем. У нее вот это мод с волосами что-то каждый раз скидывается прям. Что тебя кошка разбудила? Че ей надо? Че вы в 4 утра будете? Вообще, отчитать за пробуждение. Такие, мы все, мы встали, иди корми. Да, Маймия тоже, кстати, будет. Типа такие. Нормальный такой. А ты теперь что встал? Пойду, полистаю интернет. Че так рано ты? А, ну, типа выспался. Ну, типа, ладно. Кстати, да, меня попросили, чтобы он спросил у Шерри про... Сейчас так, тигренка поставим. Про школу, может быть, тогда ему эта пятерка засчитается несчастной. Я думаю, это сделаем. Привет, ДНС, большое спасибо за поддержку. Давайте примем душ, что-нибудь быстро перекусим. Чем-нибудь, геркулесом каким-нибудь. Вот, ребенок. Когда ты, ребенок, вставать собираешься? Ты вообще рано пошла спать, ты уже выспалась. Я таки думаю, давай-ка ты подобрать костюм, выберешь себе нормальную прическу. Не ври, у тебя там никто под кроватью не живет. Тут уже бояка-бояка прям. Посмотри потребности у хомяка. Да, сейчас буду. Я буду за ним поглядывать. Там вообще надо ему корм менять и чистить, по-моему. И, собственно, все. Да, и когда ты у нас стала блондинкой? Скажи мне, пожалуйста. Так, раз. Раз. Так, остальные у тебя не скинулись? Это прическа такая шаловливая. Прическа, на самом деле. Так, да, светильник сейчас поставлю. Почему так быстро? Почему я так быстро вернулась? Потому что мы с вами долгую часть сделали. Сделай в комнате Куко 3 летних, осенних, зимних и весенних картины. Ну, тут на самом деле только 3, можно сказать. Внимание, недовольный питомец. Внимание, недовольный питомец. Познакомиться с кошкой находит, хочет. Давайте с ним поиграем, что ли. Так, давайте сначала. Загрустил наш Чу, потому что его никто не это самое... Внимание ему не уделяет. Светильник хотят. В смысле, который настольную лампу вы хотите? Раз, раз. Где этот ваш тигренок-то был? Давайте-ка вот так, раз и два. Вот, вот этот вы хотите ей? Светильник. Или чё? Или что-то вы другое хотите? А чё тигрёнок? А чё не кошечка? Ну, можно тигрёнок. Мне как бы не принципиально. Леопардик еще есть. Пускай тигренок будет. Хотите тигренка, вот вам тигренок. Шерри, давай ты с ним поиграешь. Тут кошки с ним пытаются играть, но что-то как-то не особо заходит. Только кошки оказывают хомяку внимание, а все остальные такие. Вообще, что это такое? Нафига нам тут упало? Скучает. Интересуется клубами. Отсутствие собрания в клубе. Шерри все время работает и не ходит на собрание клуба, что приводит ее в уныние. Представляете, кошмар какой. Только не кусайся, пожалуйста. Будь хорошим хомяком. Ей, хороший хомяк, он не укусил нас. Правда, Шерри? Ну все, как бы... Он как бы норм. Давайте с ним поговорим. Узнаем, как прошел день.
Так, вообще ей надо туалет и в душ. Причем я их гоняю в душ, потому что в душ как-то побыстрее, чем по туалетам. Так, ты что делаешь? Ну, правильно, выбросить мусор. Кошка, ты думаешь, что ты хомячок? Ты ошибаешься на этот счет. А он уже поел или что? Или я... Я просто пропустила этот момент. Ну, ты горошек хотела, тебе горошек. Так, и ты потом йогуртом каким-нибудь. Мне кажется, он вставал, или мне показалось. Все. Спят, устали, приморились. Кот, ты сам-то в туалет пойдешь, он сидит такой с хомяком с этим. Они задружились, короче. Мне кажется, ну, нормальный. А выкинуть как бы не. Разобрать на детали. Что там из деталей, может быть, я боюсь спросить. Во, подожди, давай-ка ты ее про школу спросишь. Сейчас она как сядет. А ты ее как спросишь? А, так. Просить о хороших отметках, серьезно? Она вот так у тебя отличница. Так. Сментина? Где было еще спросить про школу? Провести ценный урок? Да он мега это самое. Мега отец. Короче, так не делай, туда не ходи. Ну, как бы я не вижу опции спросить про школу. Серьезно. Читать за непослушание? Это что такое? А, вот, спросить про школу. Зомбо Йелбс? Ну, как бы, да, как бы. Ну, я не знаю. Мой единственный вариант, что надо таки дождаться конца недели. Может быть, тогда оценка как бы засчитывается. Ути, молодец. Обе тарелки забрала. То, что я как бы больше не знаю, что еще с ними делать. Так, все, ты готова к походу в школу. Ты практически готов к походу на работу. Еще бы тебе немного попрограммировать. А сколько у него? Ну, короче, он еще успеет. Программирование. Вот. И кто-то у нас вот, наконец-то встал. Сейчас как поест и как пойдем рисовать. Бери там свой рамен. Так, ребенок. Ну, вот, ребенка надо еще покупать. Подъем. Грустный, мало нужда. Так, активность. Недовольный питомец из-за активности. А что с ним надо делать, чтобы он был активный? Ну-ка, кто умный, рассказывайте. Кошки, конечно, просто... Играть, наблюдать, дать лакомство. С ним играть надо, чтобы он был активнее или что? Сейчас потом попробуем. Сейчас поедим сами хоть чуть-чуть. Да, кто-то неплохо готовит. Что так все время рассматривает интерест? О, все теперь. Слушайте, мне бы такое рабочее место, а? С видом. Ты хоть программируешь там? Или... Да, программируешь. Вот это такая картина, это, в смысле, опция. Выглядит, как будто там в интернетиках шаришься. Ну, в смысле, по эмоции. Так-то вижу, что там он что-то на Паскале, наверное, пишет. Отличненько. Так, давайте... Через час должен приступить к работе. Давайте попросить искупать. Ну-ка. Ты думаешь? Он как-то...
нерешительно хочет это сделать. Так, набор для творчества Шерри. В смысле, вместо старого новый поставить? Этого хотите? Ну, в принципе, они вроде одинаковые, теоретически. Ну, просто внешний вид другой. Так, только это в детской. Вот, развивающий стол, столик для поделок творческий, плюс творчество. Ну, один совершенно одинаковый, только что внешний вид у него немножко другой. Какие у тебя расцветки есть? Есть какой-нибудь мятный? Ну, давайте ей более подходящий столик поставим. А, нужно было продать даже. Где он тут? Вот. Ну, как бы функции у него теоретически все те же самые. Ну, которые можно ребенку посмотреть. А представьте, какие бы эти окна были непрактичные. Гордину не повесишь, и свет в квартире 24 на 7. Ну, да, как бы... А еще если соседи живут, так это вообще, наверное, очень не очень. Так, ну что... Ты когда-нибудь допрограммируешь? Такое ощущение, что он там, не знаю, операционную систему пишет, а не мобильное приложение. Но я имею в виду, он его все пишет и пишет, пишет, пишет просто. Так, что с хомяком делать-то? Сейчас чат почитаю. Где я нашла мод на швейную машинку, по-моему... Это мод на целую швейную комнату, если я верно помню. И где-то на Sims, вот, который сайт и обычный. Уже счастливый питомец. Питание в порядке. Он, то есть, просто сам по себе побегал и... Питание в порядке, питание в порядке. Они... Кошки теперь всегда там будут сидеть? Серьезно. Все, у них теперь как это, не отлипнут. Давай парим, давай парим. Так, у них еда есть. Да, еду у них целый вагон. Дом у них есть, туалет у них есть. Чару, непонятно. Все, поехали, короче. Сейчас она его докупает. Он пойдет в детский сад. Все, я надеюсь, он там... Ну, в детском саду, короче, поест. Все, кто там звонит? Давайте прогуляем в школу и что-нибудь поделаем. Вы хотите, чтобы они прогуливали школу? Или мы все-таки поедем по плану? Ну, хотите, я вам опросик сделаю, чтобы было не скучно. Так, раз, два. Короче, единичка прогулять школу, двоечка в магазин съездить. Давайте, Шерри, поменяем прическу. Какие вы? Пускай так ходит. Ты смотрела и хочешь посмотреть аниме? А, какие-то смотрела? Да очень много я смотрела. И хочу тоже. Ну, есть, которые я никак не посмотрю, потому что времени нету. Разные. Прогуливать в школу. Довольно разносторонний человек, но рисовать рукоделие все же ближе. Да, все мы творческие прям. Ох. Это хорошо на самом деле. Что мы делаем? Мы сейчас выбираем, куда мы пойдем. Мы пойдем в магазин, судя по тому, что хочет большинство. Какой красивый чат. Двоечки, единички. Ну, хорошо. Магазин так магазин. Все, ну я думаю, большинство как бы определилось. Так что, нет, не пойдем мы прогуливать, мы пойдем по плану в магазин. Все, поплыли в магазин. Ребенок пускай идет в детский сад. А мы в магазин пойдем, хоть посмотрим, что у нас там с картинами в багаже. Чтобы пятерка зачиталась, нужно, чтобы Шерри была подростком. Спасибо, Энн-Мари, это ты вычитала в интернетах где-то?
Ну, подросткам я ее планирую стрима через 3, наверное. Ну, может, раньше. Не, ну, раньше что ее делать? Ну, короче, вот как у нас мелкий докачает свои навыки, тогда, наверное, будем всех взрослеть, я так думаю. Ну, хотя бы стрима 2-3 хочу еще поиграть. О, ей, Кита отправляется в детский сад. Вот это платьице новенькое наше. Немножко беременное, но не знаю, оно мне нравится. Оно милое такое весеннее. Так, давайте вывесим. У нас тут такая одинокая картина. Висит. Что у нас по багажу? Куко, давай раскошеливайся на свои картины. Кстати, у нас 15 тысяч в магазине. Или нет? А, нет, капитал 3. Это мы последний раз 15 продали, не туда взглянуло. 3 тысячи. А, точно, мы же переводили. Да, нам, кстати, надо в неделю зарабатывать 7500. У нас, конечно, тут еще хватает, но как бы да. Так, что у нас тут есть? Красиво. Это еще тут половина в рамках, половина без рамок. Сейчас мы, короче. Так. Вот это, по-моему... Вот это Хон, кажется, да? Ну, это теоретически холм, и мы ее оставим у себя. Это причем шедевр, по-моему, да? Нет, великолепно. У себя оставляем. Так, вот весенний наш. Или это холм? Нет, это из нового дома мы рисовали, точно. А, пляж. И вот. О, у нас тут целый. Давайте так. Раз, два. Нет, ты отсюда. Вот ты отсюда. Вот так. Так, в рамку на продажу. В рамку на продажу, в рамку на продажу. Слушайте, прям у нас тут мега... Ну, детей мы продавать картину не будем. Себе оставим. О! Дайте-ка на память скриншотик клацну. Красота какая. Ощущаете себя мега-художниками? Окей, давайте откроем магазин. Так, ты сама что будешь делать? Мне просто интересно. Наверное, встанешь и попоешь? Или нет? Она пойдет выбросить что-то где-то. Ну, хотя в прошлый раз я помню, как мы тут заканчивали. Тут просто жесть какая-то была. Вон тарелки стоят, ну да. Было бы неплохо. О, у нас теперь наконец-таки летний дворик, по-моему, мы зимой последний раз тут были. Тут теперь можно тусить, не боясь за свое здоровье. Чё, кто-нибудь идет? Вон, работнички подтягиваются. Хочу как Коко, бац, кистью по холсту и картина. Я нашла модное ателье, можно я скину в беседу вопросы Тома? Скинь, пожалуйста, так, это у нас кто? Мунтей Дейл, скинь, пожалуйста, в тему модов. Там есть рядом с вопросами мода с модами, мода, тема с модами, вот лучше туда скинуть, чтобы... Микоока хочет... Нет, давайте вы к нам лучше потом как-нибудь. Короче, есть тема с модами для Sims 4, лучше туда, потому что это просто логичнее будет. Я потом... Проще найду. Коко, давай, не тормози. Так, кто это у нас тут такие? В тапочках! А ты это понимаю. Что вы знаете о том, как надо ходить в магазины за покупками? В тапочках. Это кто вообще? Подросток. Ну, подросток, понятно, все с ними. Ну, Шивон вон опять идет. Классно такая. Кстати, подростки, у них тут фигуристые прям. Еще один. А ты куда идешь? Сразу набрать стакан воды и выпить? Знаю я вас. Что на стеллажах продается? На стеллажах ничего не продается. Здесь лежит красивый тематический декор, но я его не выставляю на продажу, а потому что он дешевый, и нам нет смысла полтора часа уговаривать Сима на покупку, и чтобы они потом купили что-нибудь вот из дешевого, там, за 200 миллионов каких-нибудь. Лучше уж картину за несколько тысяч продавать.
Вот поэтому болтать. Давай-ка ты что-нибудь продавать будешь, я не знаю. Кстати, сейчас я вам скажу, есть классная опция «Бессрочная продажа». И сколько на нее надо? Две. Бесспорная, пардонте, бесспорная, 2000 на нее надо накопить. Это раз в день втюхать товар без обсуждения. Ну, там на самом деле не раз в день, там раз в несколько часов, но обычно это на торговый день один раз приходится. Хотя, если там с утра до ночи работать, то может и больше одного раза. Смотрите, они работают, слушайте. Может, надо было просто, чтобы весна наступила, и они начнут работать. Так, Коко надоело, да? Давай, давай, у тебя вон куча... Сложно. Сложно с тобой, Коко. Ну иди в туалет сходи, так и будет там. Ходи, ты в свой туалет сходи. У тебя тут есть VIP-туалет. А, может, что у нас там есть? Может, что-нибудь скушать? Что есть? Что будет, если неопознанный фрукт съесть? У нас есть еще питая, клубника. Давайте в клубничку съесть. Иди в туалет сходи, а? Опция доступна только в уверенном состоянии. Какая? Закрыть сделку, которая при нажатии может поднять полосочку почти до половины. У меня она никогда что-то не работает. Вот сейчас Коко уверена, а сейчас, если она еще останется уверенная, нет, уже не останется. Я ее пробовала, эту опцию, у меня что-то она никогда, ну, как бы, не работает. Не знаю, что со мной не так. Ну, в смысле, я нажимаю, как бы, ничего не происходит фактически. Что они там обсуждают странное? Давайте Шивон попробуем, может, с более дружелюбным, дружественным персонажем ловчей будет. Меня подруга на аниме подсадила, ее подсадила наша одноклассница. Меня тоже в свое время одноклассница подсадила на Sailor Moon. Вот. А потом уехал в Москву, такая зараза. Бросил. Недолго они работали, я хочу сказать. Такая... О, классно, давайте-ка ее. Типа на обложечку. Типа мы, типа работаем. Кавычка. Работнички прям не могу. То есть, я теперь стримлю 800... А, мне кажется, мы с Шивон уже делали, да, такую обложку? То есть, когда стримишь 720, потом из видеоматериала выбирать что-то на обложку уже очень проблематично, на самом деле. Поэтому я делаю много скриншотов, часто останавливаю. Простите меня за это, пожалуйста. Смотреть Sailor Moon или не смотреть, вот в чем вопрос. Если вы не сильно давно... Да я не знаю, мне кажется, возможно, имеет смысл и Crystal посмотреть. Он короче, логичнее, потому что я, честно, не знаю, насколько реально осилить сейчас анимешку 90-х, там, с этими 200 серий. Это все-таки достаточно много. А в современном этом самом все привыкли к коротеньким аниме, поэтому Crystal, в принципе, он, ну, своеобразный, но мне, допустим, нравится. Поэтому, если хотите посмотреть, можете начать с Crystal. С пони фермой у меня дела нормально. Я нежданно-негаданно получила сановницу, пропустив парочку раз за камни. Давай, Куку, давай, давай, давай. Подножим. Шиб, он такая, да, я хочу эту картину. Да, то чувство, когда началась смотреть Стивен Юниверс, забросила. Мы тоже так начали и забросили, потому что не успеваем, времени нет.
Хотя вроде неплохо было. Нерчел. Ну, хоть одно мы сегодня уговорим. Великолепно, Шерри может расслабиться в эти выходные, ведь она лучшая ученица в школе. Хотя она могла бы позаниматься еще чуть-чуть, но так, на всякий случай. Так, а где она? Дома. Давайте ее к нам отправим. Так, ну у него, конечно... Ну, да, короче, походу действительно надо, чтобы ребенок стал подростком, и тогда уже. Иди ты, поиграй, бедняга. Давай вот раз. Иди вон там, погуляй. Играть в пиратов. Вперед. Прям домоседка у нас ребенок. Ну, в каком-то смысле. Хотя друзей у нее хватает. А мы же можем стать лучшими друзьями с Шиво. Я пропустила доброе количество серий в каждом сезоне. Сейлор Мун-то, я не удивляюсь. Главная героиня глупенькая. Если про Сейлор Мун, то да, она действительно там глупенькая. Ну, как бы свой шарм, на самом деле, у таких анимешек про девочку-волшебниц. Естественно, они не всем заходят, вот, но многим заходят вполне. Чё как? Чё видно на горизонте? Ничего не видно на горизонте. Видно тень от моей челки. Большую, причем тень. Одиноко, наверное, играть в одиночестве. Ты можешь ходить, не закрывая магазин, и картины будут продаваться, если я одному дам... короче... Я могу ходить вот по этому участку, я могу открыть магазин, вот тут что-то заниматься, там пойти рисовать картины. Можно дать одному задание, типа, обслуживать, а второму, типа, отвечать на вопросы. О, средняя картина за 6108. Все, мы заработали фактически недельную аренду, поэтому можем закрываться, что называется, на сегодня. Она купила... О, она купила пейзаж с морем. Так вот, внезапно. Но проблема в том, что увидеть этих работников. Если на них все оставить, они ничего не, вообще не... Просто, в принципе... Во, Акирыч, иди помогай. Иди помогай, короче. Нам надо хотя бы парочку еще толкнуть. Кто у нас тут? Это первая подросток ушла уже? Еще не... А, вон, по туалетам ходит. Бывает. Так, ну давайте вот это мы попробуем еще немножко. Так, а Кира, что ты тут с девушкой давай общайся. Какой, а? Прикольный. Они, кстати, могут насмотреть и самостоятельно, без моих действий, теоретически. Так, может мы тогда... Сколько у нее? Чё неловкая встреча? Мужик более сговорчивый, мне кажется. Георгий идет. Всем скрыться. А всем выйти из сумрака, наоборот. Шифон второй раз идет. Так, сколько у нее? Так. Что это у вас тут за флирт? Ты, между прочим, по-моему, у тебя, мне кажется, есть жена. У товарища Ландграба есть жена, а он тут кому-то это самое, воздушный поцелуйчик направо-налево рассылает. Вообще просто, представляете, какой? Жены его тут... А мы его знаем, жену, мне кажется, мы можем ей пойти и пожаловаться, сказать, что у тебя тут муж вообще просто отбился.
Крифалу, а ты самая. Кабуни. Сментина. Джоба. О, средняя картина за 8000. А у нас что там? А, я не поменяла наценку, она 100% сейчас стоит. Поэтому мы так с трудом что-то продаем. Ну ладно. Okay. Я просто забыла про наценку, поэтому никто покупать не хочет. Все такие жмотятся. Дроба. Сейврим Праш. Камбачорин. Тенавлам Убену. Что у вас там? Что случилось, ребенок? Так, Куко тут. Свидетель вопиющего поведения, грязно. У тебя что? Ну и что, ты не можешь сходить в туалет? Мама, выйдите, пожалуйста. Не смущайте ребенка. Так, давайте еще одну картину вот допродаем. Я думаю, трех картин нам более чем хватит. Ну, я не знаю, что думать, оставить оценку в 100%? Вроде, ну, сложновато, конечно, но вроде более-менее реально. Мне, конечно, вообще, видите, у тех, кто рядом стоит, вообще еле-еле ползают. Какой решил попить? Застеснялась. Где вы это обслуживаешь? Обнимашечки. Смотрите, как у них подходят костюмчики друг к другу. Вот так классно. С котиком. Все, давайте последнюю тетеньку обслужим. Все, он заскучал. Господи, вы живы. Ну, не семья, это просто какой-то... Все правильно сделала. Уточка, вода, как бы, ну, логично. Как бы, ребенок умный. Отличница, все-таки. Глаз себе не бей. Ух ты, они, смотрите, они что-то типа торгуют. Ну, конечно. Все, давайте закрываться. Ну, это было, конечно, забавно. Одна вытирает, вторая притирает. Еще кому-то и починить надо. Семейный подряд. Что она делает? Наблюдает за игрой. Что вы тут? Все подбадривать ребенка будете? Внезапно Мика интересуется нашими отношениями с нашей няней. Очень странно. А, все, короче, давайте закрываться. Все, всем спасибо, все свободные. 744 симулёна забрали. Козюльки. Ну, мы на неделю заработали денег, даже на две. Продали такие две картины, такие. А, интеллигенция. Все, пойдемте по домам. Точнее, в один дом. Все, мужик, отстань. Это мужик вообще, да, молодой. Но, наверное, еще недавно был подростком. Кто это? Станислав. Нет, таких я не помню. Коко, иди домой. Классно спела. Молодец. А домой ты пойдешь? А, ну ладно, все, короче, сменяем контроль на Киру. Она пришла смотреть на статы. Запись будет завтра утром. Леди Баг многим не нравится, потому что там, ну, очень однотипный сюжет каждую серию. Вот в Sailor Moon, в старой версии, если будете смотреть, я предупреждаю, там то же самое. Там
начало сезона, конец сезона, ну, в середине сезона бывают такие неплохие серии, а весь остальной сезон — это филлеры, филлеры и филлеры, в которых происходит одно и то же фактически, как и в «Леди Баг», вот, поэтому... Это называется «Монстр недели». Да, это называется «Монстр недели». Что у вас тут за адский цвет? Что с освещением? Потому что, короче, да, в общем, имейте в виду, что, ну, опять-таки, просто я смотрела первый сезон «Леди Баг» ангоингом, то есть серию в неделю. В таком варианте, как это и вот в случае с Сейлор Мунами и прочим, как это подразумевается, что вы раз в неделю перед школой с утречка смотрите серию, это нормально. Даже там, если брать нашу трансляцию, что вы смотрите эту серию, каждое утро перед школой. Ну, то есть, не так, как сейчас мы все смотрим анимешки, что сели, он смотрит на свою картину, что сели и посмотрели сразу там 100-500 этих самых серий, да, это вообще махасёнца в этом не катит, и сёнэн в большинстве случаев, потому что он на это не рассчитан просто-напросто. Животные все в одном месте. Как бы просто не на тот расчет. Расчет, что вы смотрите перед школой одну серию за завтраком, нормально. Понятное дело, что подряд несколько таких серий однотипных выдержать сложно, поэтому многим вот та же «Леди Баг» как бы, ну, и не нравится. Потому что, ну... О, господи, сколько можно петь эти серенады? А быстро он впадает в какие-то состояния, он романтик. Такой... Шерри, сделай потом домашку, пожалуйста. А, у тебя завтра выходной, можешь не делать. А, ладно, давай сделаем, чтобы потом не думать про нее уже, про домашку. Так, я думаю, нам надо сделать перерыв, правильно? Сейчас там Коко допоет свои серии. Наверное. И он тоже решил, такой, нет, хозяин, люби меня больше. Зачем тебе эта женщина, когда у тебя есть я? Ай, милота какая. Такой, нет, за руку такой держится. Нет. Они такие очень смешные. Красавица. Ребенок не доел, кинулся делать домашку. Вот это я понимаю. А если тебе дам теперь делать, есть рамен, ты бросишь домашку и будешь есть? Нет? Так это не работает? Он ли домашка forever? Так, коты. Ну просто, их теперь не оттащишь от этой клетки. Она хочет смотреть на звезды Сакиры. Я понимаю. Мяу-мяу-мяу. Ладно, давайте... Спела за серенаду и все в интернетике, в социалочку просматривать веб-страницу. Ой, на этой веселой ноте давайте прервемся. Когда будет контрлот будет в этот четверг, будем строить кафешки. Смотрела ли я 11-ю серию «Леди Баг»? Да, смотрела. Да, она смешная. Да, и второй сезон более подвижный, чем первый, честно. Фильмы Марвел, вот мой фаворит, ну это понятно. Мы, кстати, пересмотрели все перед походом на бесконечность. «Леди Баг» скатана с Сейлор Мун, ибо там даже главные персонажи, похоже, только прически цветом поменяли. Ой, это вы просто мало смотрели других анимешек про девочек-волшебниц. Поверьте, их тонна, и там все очень похоже. Очень. И прически, и поведение главных героинь, и все остальное. Поэтому это просто как бы... Это просто жанр такой, вы простите. А джунгли не знаю, когда. Скорее всего, может быть, и никогда, потому что я-то хотела их... Ну, в группе ВКонтакте писала, что я хотела их поиграть, потому что у меня было настроение после Джуманджи такое, но вроде как она меня отпустила, поэтому пока нет. Пока все-таки будем строить. Так, тут на Шерлока уже перешли. Ладно, давайте перерывчик, я потом приду, почитаю чатик. Можете писать, что еще хотите посмотреть, вдруг у вас какие-то осенит. Если нет, то у нас следующий день суббота, будет собрание клуба художников наших, юных от слова худо. Вот, и не знаю, и, ну, просто дома посидим там. Акира попрограммирует, дети порисуют, Коко преподает. Ну, если вы не придумаете что-нибудь более интересное, перерыв на парочку минут.